сезон, он был настолько феноменален, настолько фантастичен. Я жил от матча к матчу. Я чувствовал за несколько дней до матча, что должно. Вот должно получиться, что в этот год мы не упустим. И для меня этот матч был крайне важен. Чтобы мой сын увидел первую победу вместе со мной. Чтобы мы вместе разделили эти чувства. Мы заслуживаем, мы должны, мы сильнее всех. Мы всех обыграли в этот год. Я решил простыми буквами выразить это. Мы написали 2 плаката. Матч был очень тяжелый. Мы имели преимущество, но никак не могли его реализовать. И вдруг этот пас разрезающий Шнайдера, бах, он как попал. Когда он забил, это были такие эмоции. Я не знаю, я приехал домой, меня колотило. Как раз награждение, нас показывают с плакатами. Он говорит, да-да, вот все они ждали 14 лет. Эмоции, которые болельщики ждали 14 лет. Этот матч особенный, потому что сейчас он проходит в такой отрезке чемпионата, когда очень тяжело, когда нужно выигрывать через «не могу». Я думаю, что Юрий Павлович найдет правильные слова, чтобы настроить команду, выйдут и точно дадут бой. Сложный будет матч, но уж больно хороши наши ребята сейчас.